Всем привет! С вами Беломода, и сегодня мы покажем, как поставить детское велокресло на велосипед. Сразу скажу, существует два варианта велокресел. Одно крепится с помощью вот такой вот специальной дуги, которая идет в комплекте, просто-напросто на раму, то есть на трубу, которая идет под седлом. Есть еще второй вариант, который крепится на багажник, то есть он крепится непосредственно на багажник. Вот такая вот система крепления здесь есть, универсальная. И вы можете закрепить фактически на любой багажник это велокресло. Мы рассмотрим установку именно вот такого вот варианта, который крепится без багажника. Для этого мы сейчас снимем вот эту дугу, для того, чтобы ее установить правильно. И попробуем его установить на велосипед типа круизер. Итак, мы вынули дугу. Сейчас мы ее вставим. Вставляется она вот таким вот образом. Здесь есть специальное гнездо для нее. Вот за этот пазик мы ее вставили. Сейчас мы ее закрепим с помощью болта, который идет в комплекте. Болт у нас находится вот здесь вот. Это все было в комплекте. То есть вот все, что идет, все перед вами. Это непосредственно крепеж на раму, это тоже, это прокладка, это тоже крепеж на раму. Вот эта вот штучка, это у нас специальная прокладочка, которая вот сюда вот вставляется для того, чтобы закрепить нашу дугу. Дугу мы крепим с помощью вот этого болтика и вот этой гаечки. Вставляем болтик. Здесь небольшой момент с попаданием. Попадание происходит в эту дырочку хитрую. Лучше это выполнять вдвоем, но в принципе одному тоже можно справиться. Просто нужно чуть-чуть изловчиться, чтобы попасть заветным болтиком в заветную дырочку. Замечу, что вам понадобится ключ на 13, потому как у нас здесь гаечка на 13. Ключ на 13 вот так вот замечательно закрутит нашу гайку. И дальше мы будем непосредственно уже устанавливать это все на велосипед. Дальше монтируем непосредственно наше крепление на раму. Берем вот эти вот детали. Сначала вот эти две, одну в другую вставляем. Сделать это будет несложно. Дальше берем прокладку. Прокладка вставляется вот сюда вот. В принципе, тут тоже несложно будет разобраться. Дальше вы непосредственно это все дело крепите на раму. Вот сейчас мы покажем, как это будет выглядеть. Вот таким вот образом. Желательно это все прихватить повыше, для того, чтобы нигде ничего у вас не касалось, за раму ничего не цеплялось и тому подобное. Крепится с помощью вот таких вот винтов, которые идут в комплекте. Для этого вам понадобится шестигранник на 5, замечу. Накручиваются вот такие гаечки и, в общем-то, закручивайте, закручивайте, еще раз закручивайте. Сейчас мы это и сделаем. Затянули вот эти 4 болта с помощью шестигранника на 5. Замечу, рекомендовано крепить вот это крепление повыше на раме, чтобы элементарно ваше детское велокресло не касалось заднего колеса. То есть, когда оно будет немножечко амортизировать, делайте побольше зазор, примерно сантиметров 5 от крыла, либо колеса. Если у вас нету крыла, тогда точно никаких проблем у вас не возникнет. Замечу еще, что в комплекте идет 4 длинных болта, которые тоже можно вставить вот сюда вот, вместо вот этих коротких. Если у вас широкая подседельная труба, то вот эти вот болтики вам будут как раз очень кстати. 4 штуки их идет в комплекте. 4 коротких, 4 длинных. Собственно говоря, велокресло установлено. Рассчитано оно максимально на 22 килограмма живого веса. Вот так вот.
Всем, кому понравилось это видео, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на наш канал, тогда вы не пропустите все самое интересное, что будет впереди. Всем спасибо за внимание. Пока.